Будет, конечно же, вечер импровизационной музыки. Он немножко исключительный, поскольку мы собрали сегодня практически всех, кто играл в составе Goat's Notes за эти 4 года. Вот и приятного вечера всем. Я хотел сразу, как Вова стесняется, по поводу того, что этот концерт, он проходит по системе «плати сколько хочешь», в том смысле, что вы вот можете сидеть, слушать, если вам нравится, вы можете какие-то деньги дать нам за наше выступление. Можете дать заранее, в смысле, ну не нам лично, а можете дать заранее, что, может быть, мы тогда будем как бы интереснее играть, но можно наоборот, то есть, что вот мы интереснее сыграем, а вы нам за это... Ну, в общем, а что? Персонально. Да, просто давать деньги, да, с подписью, там, этому. Ну, кто-то там будет ходить. Я думаю, что там кто-то ходит в зале и спрашивает, хотите ли вы дать деньги? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ah!
Thank you.
Bye.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Это большой состав Goat's Notes. Сегодня это Алексей Андреев, гитара. Андрей Бессонов, клавиш. Юрий Севастьянов, саксофон. Олег Морецов, саксофон и корнет. Мария Логофец, скрипка. Владимир Кудрявцев, контрабас. Кирилл Паричук, барабаны. Петр Талалай, барабаны. И я Григорий Сандомирский. Спасибо большое. Это вообще очень приятно всех здесь видеть. Для нас это на самом деле очень интересный опыт по сбору такого большого импровизирующего состава. Вот, надеюсь, вам понравилось. Вот, и я хотел бы сразу всех пригласить на... У нас, поскольку вышел диск на Leo Records, на английской, то 10 числа в воскресенье в клубе «Дом», dom.com.ru, вот, будет презентация. Там будет выступать тот состав, который, собственно, есть на диске. Это практически все то же самое. Все те же самые. За некоторыми исключениями, вот, плюс будет вступительное слово Дмитрия Ухова на минут 20-40. Вот, потом, а по окончании будет получасовой фильм с музыкой Goat's Notes меня, Вовы и Маши, который мы, с той музыкой, с которой мы, собственно, начинали весь этот проект. Это было, мягко говоря, года 4 назад. 3-4. Вот. Это фильм по спектаклю французскому, кукольному. Очень интересный, очень хороший. Вот. Это все 10 марта в клубе «Дом». У меня есть тут вообще бумажки, чтобы вы не забыли, можете взять на память. Специальные, маленькие, они очень красивые, с афишей. Что-то я еще хотел сказать. Вот. И на этом, собственно говоря, 10 числа на презентации, там система будет такая, то есть каждый пришедший и купивший билет получает диск в подарок, так что не упускайте шанс. Большое спасибо, на самом деле очень приятно. Замечательная аудитория. Большое спасибо клубу. Ну и да, по поводу того, что теперь о грустном, по поводу оплаты концерта, конечно, каждый платит то, что хочет. То есть вы можете вообще не платить, если не понравилось. Все, большое спасибо. Я очень надеюсь увидеть многих 10-го воскресенья. Спасибо.